стенах администрации Каспийска состоялось совещание по вопросам погашения имеющейся задолженности по налогам работников государственных и муниципальных учреждений. В заседании также принял участие заместитель министра промышленности и торговли Республики Дагестан Хаджимурад Омаров. Он, в свою очередь, поблагодарил за оперативную и положительную реакцию и сообщил присутствующим об остаточном количестве задолженности по имущественным налогам. У главы республики однозначно и жесткая позиция по этому поводу. Вы, наверное, слышали, я позволю себе озвучить еще раз. Если до 1 декабря все долги по налогам не будут погашены, работники, госслужащие не будут работать на своих местах. Кроме того, в совещании приняли участие начальник управления торговли и потребительских рынков Минпромторга Республики Дагестан Эльдар Алиев, заместитель начальника управления делами Минпромторга Республики Дагестан Екатерина Иващенко, заместитель начальника межрайона ФНС России номер 14 по Республике Дагестан Мухаммад Бухари Ибрагимов и заместитель главы Каспийска Руслан Учакаев, а также руководители муниципальных учреждений. Руслан Учакаев отметил, что сегодня уже проведена работа по снижению и дальнейшему недопущению налогового долга. Так, с начала года удалось погасить до 88% задолженностей. Отметим, что проходило совещание в формате диалога, где участники задавали все интересующие их вопросы. В завершении встречи присутствующих проинформировали о том, как можно получить информацию о выполнении налоговых обязательств по электронной почте или в СМС-сообщениях.